Здравствуйте, меня зовут Александра Мрет, мне 17 лет. Я участница конкурса «Мисс Новочебоксарск 2013». Я учусь в 5-й школе в 11-м классе. Увлекаюсь волейболом и рисованием. В свободное время люблю готовить. Хочу получить от конкурса позитивных эмоций, приятного общения, узнать много нового и испытать себя. Хочу пожелать всем участницам хорошо выступить. Здравствуйте, в студии Александра Брэд. По данным Чувашского гидрометеоцентра, 30 января нас ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой снег, слабая метель. Ветер южный 7-17 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%, температура воздуха ночью -12, -14, днем -7, -9, на дорогах местами гололедица. Подключить цифровое телевидение за 150 рублей более 120 телеканалов. Легко и просто. НКТВ – ваш цифровой оператор. Подробности подключения на сайте nktv.info и по телефону 74 59 59. Телеканал «Спорт-1» представляет самые громкие спортивные события в формате высокой четкости. Прямые трансляции самых популярных турниров. Английская премьер-лига. Формула-1. Кубок Германии по футболу. Отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2014. Спорт-1. Телеканал высоких достижений.